допустим, человек какой-то в той или иной ситуации дает себе зарок. Я этого не буду делать, я не буду срываться, я не буду кричать, я там не буду, допустим, хлопать дверью и уходить. Ну, неважно, много зароков дает себе человек. И потом раз что-то происходит, и эта привычка опять взяла в оборот его, да, и человек опять пошел это сделать. И опять сидит и думает, господи, ну как же так? Я же давал себе слово, я сколько тысяч раз тебе обещал, я не буду этого делать. И вот здесь появляется, что есть как бы диалог между собой настоящим и между своей персонажностью или по-другому личностью, или по-другому программой эго-ума. И вот человек, он часто с этим сталкивается, но он не замечает, он проскакивает, ему все время кажется, что это один и тот же он. Нет, внутри него не один и тот же.